Нужны практики для преобразования всего негативного, которое было направлено на меня с целью преобразовать этого блага. Есть очень хороший семинар, у меня называется «Избавление от зла». Вот очень хороший такой семинар. Также есть ряд сангая, среди которых 69-й, именно 69-й сангая. Там я очень активно рассказываю, провожу целую работу, такую двухчасовую, по преобразованию любого негатива и зла в позитив и добро. Не бойтесь, потому что больше всего на человека влияет того, который больше всего боится. Поэтому чем больше боится человек, тем на него и происходит сильнее влияние.